Сказал нет. Хватит ныть. Да ладно, Нейтан, хоть раз. Все девчонки из класса идут, и я не поздно, обещаю, ну правда. Мы теряем время, Джоди. Так нечестно. Почему все могут пойти, кроме меня? Я же делаю все, что ты просишь, всегда. А ты не разрешаешь ничего и никогда. Сотый раз говорю, ты не такая, как все, уясни это. Я что, разве виновата в этом? Я хочу просто гулять и общаться, и быть нормальной, пойми ты. У тебя другая жизнь. Я за дверью. Если что, зови. Хватит, Джоди. Ты ничего не добьешься. Будешь дома. Точку. Хватит, Айден. Хоть все в комнате переломай нахрен, им насрать. Ничего, значит, найдем другой способ. Да. Она угомонилась. Всю мебель расшвыряла, но теперь пришла в чувство. Ты ведь простишь меня, Коул? Мне правда очень стыдно. Но ты понимаешь, просто мне это очень нужно. Да, я знаю. Отступать уже поздно. Заперто. Ну, конечно. Здорово, Коул. Джоди. Куда это вы на ночь глядя? Мне стало как-то... Мне как-то нехорошо. И мы просто решили выйти... Ну, проветриться. Серьезно? Может, позвонить в лазарет? Нет, не нужно. Я... Со мной Коул, так что... Да, Коул? Да. Вот. А ты, Коул, язык прикусил? М? Он сегодня не в духе. За весь день ни слова не сказал.
Он сегодня весь день страдает. У него же... У него бабушка умерла. Вроде. У него голос пропал. Подцепил вирус какой-то. Весь день только может хрипеть и все. Надеюсь, не заразно. Лучше бы ты дома сидел. А нас-то подумай. Ну ладно. Давайте. Проходите. Ну, хоть не придется его машину искать. Тут камеры везде. Надо быстрее сматываться. Давай, садись в машину и заводи ее. Черт, меня все равно видно. Не самый эффектный побег. Ну, хоть так. Едем, Айден. Старайся не привлекать внимания. Ты ведь меня простишь. Я скоро буду. За меня не волнуйся. Айден, оставь его где-то, где безопасно. Вот этот бар. Девчонки, наверное, уже там. Их еще нет. Подождем. Dust tells me where I've been.
Вам сколько лет? 21. Можно мне лимонад? Простите, сюда девочки не заходили? Мы тут договаривались. Нет, девочек не видел. Что, сыграем? Вообще-то я бы лучше одна, если вы не против. О, в одиночку. Это игра для двоих. Дамы, вперед. Метка. Что ты здесь делаешь совсем одна? Ничего. Мы и так каждую субботу обычно тусуемся. С подружками. Разводишь меня, что ли? А не рано тебе шастать по барам? Сколько тебе? Не ваше дело. Такие вещи не спрашивают. Ух ты! А ничего так. А родители-то в курсе? Я не пойму, это что, допрос? Эй! Отвали! Да ладно, сама ведь хочешь. У меня там родители, наверное, волнуются. Мне уже пора. Кто тут? Где ты, падла? Покажи! А ну, выходи, тварь! И быстрее! Чё ты ссыкуешь, Фрэнк? Ха-ха-ха!
У меня клюки, там же никого! Мистика! Господи! Эта сучка типа мстит нам! Какого х... Мистика! Господи! Эта сучка типа мстит нам! Заткнись, Брэнд! Какого хрена ты несешь? Ну нахер! Я жить хочу! Да не ссы ты! Просто валим отсюда! Господи! Господи! Херли, ты встал! Открывай уже дверь! Не могу! Не идет! Отойди, я вышибу! Давай, Эрл! Быстрей! Ну чё за хрень? Давай, Эрл! Быстрей! Джоди! Боже! Где болит? Что с тобой сделали? Побыть такой, как все. Я знаю, знаю. Ничего. Ничего. Ничего.